Всем привет! Прогулялся сегодня по новой локации, поснимал собачек, ну и просто новые места. Ну и немного поснимал собаку, то есть небольшую прогулочку с ней. В общем, желаю всем приятного просмотра. Вон там какая-то собака. Что за порода, я не пойму. Ну, а я вон вывел ее прогуляться. Сейчас пришли с прогулки, чистил собаке уши, вроде бы ухо почистил, потом смотрю, немножко грязное, провожу просто ватной палочкой, и глядите, сколько грязи, то есть даже представить не мог, что настолько уши будут грязными, такой слой. Вообще уши редко чищу собаки, когда уже, знаете, реально видно грязь. То есть, не люблю этот процесс. Это там кто-то гавкает на улице, она тоже вон гавкает. Иду сейчас прогуливаюсь по новой локации. Тут такой заборчик. Сейчас фонарик включу. Такой вот заборчик. Такой вот домик тут. Ну и за забором лесок небольшой. А еще в этом доме, ну в этом дворе есть, прям внутри двора, сосновый лесок небольшой. Вот как эти сосны. Ну, конечно, наверное, они не вечные, скоро его здесь не будет. Такой редкий лесок, но тем не менее, есть где собаку выгулять. Вот про этот лесок я говорил. Прямо посреди двора. Такой небольшой. И вот чего я, ребят, здесь явно не ожидал увидеть, так это забор с колючей проволокой. А рядом прям детская площадка. Вот она. Вон там какая-то собака гавкает. Такую не уведешь. А то есть любители
Я, правда, не знаю, в чем прикол, но уводить чужих собак, особенно добрых. Я в интернете читал, про бультерьера уводили. Присел отдохнуть. В общем-то ничего так райончик, но я сейчас шел вон с той стороны, там вон дорога. И уже ближе к дороге воздух достаточно жесткий, прям такой бензиновый какой-то, я бы так сказал. В отличие от того воздуха, который рядом с лесом. Угу, вот он тот гавкучий пес. Иду, в общем, домой. Дорога у меня вот такая, вдоль дороги, ну, по которой ездят машины. И наверху, на небе, вот такая яркая звезда. Ну, а у меня на этом все. Сейчас вот буду переходить этот мост, и там уже через лесок двигаться домой. Всем пока!